Мы готовы к последовательному, обязательному движению на пути полной реализации договоренностей, достигнутой в ходе очень непростого переговорного процесса. Мы заявляем о том, что шаги по построению Евразийского экономического союза должны быть увязаны с решением вопросов, оказывающих значительное воздействие на взаимную торговлю государств-членов этого союза. Мы верим, что экономический союз станет основой в будущем нашего политического, военного и гуманитарного единства. Национальные парламенты трех государств должны ратифицировать договор до конца 2014 года, и с 1 января 2015 Евразийский экономический союз начнет функционировать. Об ожидаемых дивидендах от Евразийского экономического союза говорят политологи, эксперты, бизнесмены и промышленники. На предприятиях рассчитывают на полное восстановление утраченных некогда экономических связей, ведь работать в фактически едином экономическом пространстве куда проще и выгодней. С населением около 170 миллионов человек и с совокупным ВВП в 2 триллиона долларов. В рамках этого общего рынка Беларусь будет иметь возможность к свободному продвижению своих товаров, услуг, трудовых ресурсов. И, соответственно, в принципе, уйдут в прошлое всевозможные молочные войны и другие конфликты торгового характера, которые нам приходилось переживать с Российской Федерацией. Сегодня Евразийское экономическое пространство приобретает все черты международной организации. То есть фактически оно имеет статус, возможно, и в ООН отстаивает свои интересы, и в Международном валютном фонде консолидированную какую-то позицию вести. В овальном зале сегодня пройдет совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей. Перед парламентариями выступит заместитель премьер-министра Анатолий Тозик. Его доклад будет посвящен социальной политике государства, в том числе перспективам и проблемам, которые есть в этой сфере. Кроме того, вице-премьер, а также руководители различных министерств и ведомств ответят на вопросы депутатов и сенаторов. Сотрудничество программы развития ООН с Беларусью находится на высоком уровне. Такое мнение высказала заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Хелен Кларк. Она находится с визитом в нашей республике. Накануне госпожа Кларк посетила регионы, пострадавшие от Чернобыльской аварии, в частности, Полесский радиационно-экологический заповедник и город Ветку. Там прошла встреча с представителями местной власти и жителями районного центра. К слову, многие проекты программы развития ООН реализовывались для жителей именно этого региона. Это первый визит госпожи Кларк в Республику Беларусь. Наша страна очень активно сотрудничает с программой развития ООН. И следует отметить, что программа развития ООН открыла свое первое представительство на постсоветском пространстве в начале 90-х годов именно в Минске. В украинском Славянске возобновились бои между сторонниками федерализации и силовиками. Местные жители заявляют, что военные ведут артобстрел центра города. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно. В городе уже началась частичная эвакуация населения. Около 200 детей отправились в Артек. А в Луганской области неизвестные напали на пограничный пост. В результате атаки один человек получил ранение. Напомню, с середины апреля на юго-востоке Украины проходит антитеррористическая операция. По неофициальным данным, она может завершиться до 14 июня. Растет число жертв масштабного наводнения на Балканах. Только в Сербии погибло более полусотни человек. В общей сложности в результате разгула стихии пострадали более миллиона человек. Многие из них лишились крова над головой. Более 30 тысяч местных жителей эвакуированы. В стране пока действует режим чрезвычайной ситуации. Специалисты говорят, что уровень воды с каждым днем снижается. Однако местных жителей ждет другая проблема – оползни. Накануне селевой сход нарушил железнодорожное сообщение между Сербией и Черногорией. В результате ЧП погибли несколько человек. Власти Сербии уже подсчитали убытки. Только по предварительным данным, ущерб от стихии составит примерно миллиард евро.
В Беларусь с календарным летом придет заметное потепление. Правда, не сразу. Придется подождать до вторника. В предстоящие выходные на территории Беларуси произойдет атмосферная рокировка. На смену холодному фронту постепенно придет теплый воздух с Балкан. Во время воздушных перемен по республике ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и град. Когда же теплый циклон окончательно пропишется у нас, осадков станет меньше, а воздух прогреется до 25-27 градусов. За звание «Учитель года» поборется полсотни педагогов со всей Беларуси. Среди финалистов республиканского конкурса большинство женщин и лишь 9 мужчин. В этом году профессиональное состязание проходит в новом формате. Организаторы постарались избежать излишней зрелищности и, напротив, сосредоточились на выявлении уникальных качеств представителей этой непростой профессии. На пути к финалу в искусстве «Сеять доброе и вечное» соревновались более 30 тысяч педагогов. За время конкурса они провели 17 тысяч уроков. Победителю по традиции будет вручен главный приз – хрустальный журавль. На этом у меня все. Оставляйте свою информацию по телефонам горячей линии, а также по адресу в интернете ctv.by. Всего доброго и до встречи в 13.